Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together, продолжаем играть за Вендем, но вначале хотелось бы сказать, что вчера, ну, если вы смотрите это видео позже, то совсем не вчера, но не суть, 1 апреля произошел реворк Веса. Из важного стоит отметить, что ему наконец-то исправили несколько опечаток в его репликах и на 25% увеличили длину веревки пантомимы, что, безусловно, круто. Ну и самое важное, то, что во время этого небольшого ивента, посвященного Весу, который продлится вроде как неделю, можно взять его скины по скидке, там 50% вроде как. И есть новый Twitch Drops, который будет доступен опять же вроде как эту неделю. Может быть, там время увеличат, и потом вернется опять старый Twitch Drops, который был не так долго. Это шкаф кристальный, его опять должны вернуть. Ну и давайте возвращаться к Венде, но сначала хотел бы обратить ваше внимание на канал Варига. На его канале вы найдете прохождение различного рода современных игр, как одиночных, так и мультиплеерных, так и игр, которые смело можно записать в прекрасную классику. Не скрою, что автора канала я знаю непосредственно. Он обладает вполне себе неплохой подачей, и я думаю, ознакомиться с его каналом можно по ссылке в описании. Продолжаем. Приготовил я, в общем, тефтельки. Как правильно писали в комментариях, их в этой модификации понерфили. Они восстанавливают всего лишь 50 сытости. Кстати, огромное спасибо за ваши лайки и комментарии. Поэтому не забывай ставить лайки, если тебе нравится данное прохождение. Ну а нам надо отправляться исследовать дальше карту. Я еще тут посмотрел, что нужно на эту новую зимнюю шапку для того, чтобы противодействовать новым снежным бурям. И не все так просто. Модные очки мы в первый HD, я их могу сделать сходу. Угу, вылавливать не надо. Вроде как, судя по всему. Ну, окей, тогда я могу сделать. Единственное, что мне надо, эту шапку сделать. Она делается, по-моему, с 4 хвостов аж. Да, 4 хвоста енотокота. То есть енотокотиков придется прям конкретно поистреблять. А у меня недалеко от базы, получается, Биквин живет. Только что мне это дает. Пока что Биквин я, конечно же, ничем не шатну особо-то. Хотелось бы, блин, но банально нечем. Обигейл, конечно, достаточно сильная, но не настолько, чтобы в одну каску победить Биквин. Нормально здесь кто-то прикорнул. Но камушки нам, конечно же, пригодятся. И порох. Халявный, правда, один. Но я не знаю, для чего-нибудь можно будет использовать. Ту же Биквин подрывать. Учитывая, что Венди не особо сильная. Как бы взрывы могут помочь в некой степени. Ну и что-то я, конечно, бегаю здесь, но толку от этого не особо много. Единственное, что нашел червоточину, куда мы, конечно же, прыгнем. Иначе и быть не может. Надеюсь, куда-нибудь в хорошее место эта червоточина. Опа! Отлично. Это, по-моему, территория с Dragonfly определенно. Где-то она тут должна быть. Да, кактусики драгонфлаевские. Ну, территории драгонфлай. Единственное, что ночь. Ночь, по всей видимости, придется просто переждать возле костерка. Опа, перекати поле. Хотя у меня, блин, с избытком ресурсов. Давай ставим костерок и пережидаем ночь. Концентрация кактусов тут, конечно, достаточно впечатляющая. Опа, а вот она и драгонфлай. Я даже, наверное, бы кактусов пособирал. А рассудка мало. Холодос у нас есть, шапочка тоже есть. Поэтому давай кактусов соберем. Нифига себе она викинг. Особенно вот так есть посмотреть. Просто воительница дикая. Обигейла я, кстати, спрятал в цветок, чтобы она не летела тут, не кошмарила своим голосом. Так, а драгонфлай вообще на месте? Да, на месте. Все как бы нормально. Осталось тогда только пауков попинать где-то по дороге. Блин, нифига себе, а тут сразу козы. Тут вот этот вот биом переходит в биом с оазисом. Забавно. Так, а если коз попытаться поубивать? Не, ну Абигейл днем, наверное, коз не особо-то поубивает. Хочется протестировать. Хочется протестировать. Ну просто она в ярости начнет вообще всех выкашивать. А вот это не хочется тестировать. Возможно, если только вечером. Ну и забываю, кстати, детальки эти всякие отмечать. К примеру, голова. Ловушечку поставим, чтобы потом не забыть, где она. И вроде я какие-то другие детали тоже встречал, но, конечно же, забыл отметить.
Первый раз вижу такую генерацию, у нас Оазис максимально близок, получается, к Dragonfly. Это, конечно, ни на что особо не влияет, но, блин, забавно. Причем под близок я понимаю, как бы, вот это. Вообще максимально близок, насколько это было возможно. Ну и погнали, наверное, Вольткос попинаем. Надо тебя присамонить. У тебя 600 хп, вечер, как бы ты достаточно сильная. Давай режим агро. И надо найти где-то кос отбившихся от стада. Плюс-минус и попинать. Блин, ну их слишком пачка. Там сейчас всех попереагрит. Как так сделать-то? Там вон еще и пауки. Ой-ой-ой. Давайте помогу. Тихо-т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 ихо
запасы мяса мне сейчас незачем организовывать. Вот паутины нужны запасы. Много тут пауков. А, пауков тут достаточно. Блин, обычные, да, пауки прыгают. Я на это сразу как-то не обратил внимания. А это все, видать, из-за мода. Давай. 358 хп, нормально живем. С них и мясо какое-то необычно падает. Маленькая монстр мид. Паутина, правда, ни черта не попадала. Но зато хил. Тихо. Давай, добивай. Ой, я прям из боя забрал. Можно и так, оказывается. Круто. Опаньки. А маленькое мясо монстра просто так не готовится. А что с тобой делать можно? Непонятно. Типа обычное маленькое мяско, оно спокойненько идет на тефтеле. А вот это, может, его обжарить как-то надо. Может, это что-то даст, какой-то эффект. Давай-ка обжарим. Странно. Но занятно. Пускай будет пока что обжаренным. Обжарено на что? Ну, оно хотя бы не так много отнимает хила и рассудка. Ну и голода дает тоже, я бы не сказал, что дико дофига. Ну-ка, может, жареное можно использовать? Аж два раза. Оно вообще, его в принципе, походу, нельзя использовать. Бесполезная. Ну, может, как-то можно, но я хз как, поэтому пока что будем просто делать тефтельки. Ну и пока полнолуние, хотелось бы успеть забрать жужика, по дороге бы еще где каких светляков найти. Так, ну бежать вроде не особо далеко, должны успевать. Вот насчет светляков не особо понятно. Хотя в том же лесу, где и жужик, вполне себе может быть какой-нибудь светляк заблудший, да? А вот, отлично, а то у меня до сих пор шапки-то нет. Ну и вот, полови... О! Тихо. Все, минус пацан. Вот это он, конечно, ворвался. Сваливаем. Я бы еще светляка забрал. Да, блин, не... Что ты хватаешь-то, какие нафиг лепестки? Уходим. А тут свиньи-оборотни, они как бы такие. Ну и надо сделать одну, пожалуй, из важнейших построек на базе. Шкафчик. Шкафчик мы, наверное, прямо вот здесь на углу разместим. Ну, чуть-чуть от угла отступим, наверное, вот так. Вищ. Здесь можно спокойненько сменить скин на какой-нибудь. Так как мы ведем боевые действия, то, наверное, давай с кузницы второй возьмем скинчик. Вполне себе нормально. Во. Максимально боевой. Еще и в этой каске так вообще просто. Ну-ка. Во. Как-то так. Ну и шахтерская каска, само собой, нужна. Делаем вот такую. Опа.
Но выглядит она прикольно. Это новая шахтерская каска, которую добавили новый скин на шахтерскую. Ну и для нее он, конечно, вообще идеально подходит. Опаньки! Слышно собак. И бегу я истреблять енотокотов. Нам надо 4 хвоста. Это официально будет самой жестокой серией. Наверное. Потому что целенаправленный енотокотов я особо никогда не истреблял. А, ну и единственное с целью призыва крампусов. Но это не считается. Тут ради хвостов. Все ради хвостов. Так, где-то собаки потявкали, не слышно. Тут причем что-то енотокотов-то не особо так, чтоб много. Собаки... А, не, тявкают, тявкают. Но к свинкам лучше, наверное, не подходить. Что Абигейл будет в ярости. А в ярости она шатает все, что видит. Давай приводим ее в боевую позицию. Мне бы надо было еще шапку запасную сделать. Ну, шлем имеется в виду, конечно же. Так, топорик сюда, лопата. Всякие наши инструменты всегда со мной. Оружие пока что максимально, конечно, фигово. Но и день всего лишь 13-й. Чего бы я, как бы, хотел другого, да, тут увидеть. Единственное, что можно по болоту побегать, попытаться найти шип-щупальца. Ну, или выбить. За счет Абигейл вечерком вполне себе, ну, как бы, вариант, почему нет. Она должна шатать тентакли, я думаю, весьма и весьма неплохо. Но потестим, потестим обязательно. Сейчас нужны енотокоты. Давайте, я же жду. Ну-ка, Абигейл приплясывает, нормально. У нас тут Dream Team, танцевальная, как бы, школа небольшая. Когда-нибудь они придут? Непременно. И помните, в тельке быстрее портится, у меня такое ощущение. Тефтельки явно подзанерфили. О, да ладно. Так, откинулась. Да ё-моё, Абигейл, бей. Чё я в самом деле дерусь? Нормально. В принципе, ее не особо-то прокусывают. Она сама справляется неплохо. А, все что ли? 4 собаки? Ну такое. Ну-ка, ворон. Ворон шатать. А почему ты на ворон не кинулась? Вот котик. Здрасте, здрасте. Можно хвост? Мне как бы 4 надо. Ничего личного. А, мы еще днем дрались. Обидел не такая сильная. Смотри, кота вообще расшатай. Надо помогать. О, сразу хвост. Идеально. И таких еще 3 надо. Котейка мило спит. Опа! Так, я врываюсь. Но. Нет хвоста, к сожалению. И здесь нет хвоста. Хотя это не я жестокий, это мод жестокий. Он заставляет убивать меня енотокотиков. Я не при делах. Гринпис, ты слышал это? Это все мод. Решил тут пока что погонять по болоту. И надо будет опять идти выпиливать енотокотов. Я не уверен, как бы, что мне прям супер нужна эта шляпа именно в первую зиму. Опа. И тут аж... Ау, ау, ау. Блин, ну день плох, конечно. Ну ладно. Пойдем пауков выпиливать. В атаку. Только не туда в атаку, вот туда в атаку. Давай, присоединяйся к этому празднику жизни. Сейчас, конечно, не такой дамаг, как хотелось бы, но, тем не менее, она должна, я надеюсь, справиться. Возможно, я зря надеюсь. Возможно, стоило именно что вечера подождать. Пока слабовато. Не хватает урона. Давайте помогу. Так, тихо. Блин, ну надо вечера подождать. Надо просто подождать вечера. Пока что спрячем и пособираем камышек. А, тут, судя по всему, пауков в принципе-то не осталось. Ломаем тогда, расхалява. И забираем. Вот это мясо я пока не понял, куда его пристраивать, поэтому брать его не буду. У меня прошлое-то, наверное, сгнило. А вот паутинка, ой, как нужна. С паутинкой, конечно, проблемы. И за болотцем еще биом. Интересно.
Блин, как мне теперь вернуться? Выпиливать енота котиков. Так, лупата это бегает. Лунный камень, конечно, тоже подберем. Опа! Вот этот поворот. Ну, я как бы, да, соберу, почему нет. Нам, возможно, пригодится этот камушек. Ну, скорее всего, нет. Хотя, чисто так, для красоты можно будет поиспользовать. Ну, забавно. Чисто на халяву нашел. Причем тут такой маленький участочек, на котором он, в принципе, мог упасть. И упал. Ладно, погнали в червоточину. Посмотрим, куда она ведет. Да, надо бы, наверное, бежать к енотокотам. Они должны были там отреспауниться, как мне кажется. Что, конечно... О, да ладно! Серьезно? Вон, кстати, призрак. Куда-то продолбился. А, не, вон на месте. Давай мы тебе поможем. Надо теперь найти игрушки, дабы мы в дальнейшем смогли делать всякие разные зельки. Единственное, что тут пауки повсюду. Вот это меня смущает. Да подожди ты. Ах ты шупырь. Так, все, ты в ярости. А вечером в ярости ты будешь, однако, пострашнее. Давай повыпиливаем пауков. Я думаю, они нам не дадут тут ни черта пособирать. Его подарочки, ой, подарочки, игрушки. Тем более эти пауки дурацкие прыгают. Откуда вообще ползете? Так, ну вон там два кокона. Погнали выпиливать. Я думаю, смело можно эти коконы выпиливать, если получится. Да, ключевое слово «если». Сейчас пауки задерут. Так, паутина. Давай, лети сюда, лети сюда. Вот тут два кокона как бы. Шатать. Давай, шатай их там. Блин, я надеюсь, ее не сожрут. Потому что вполне могут. Хотя сейчас вечер, она посильнее, конечно. Но не прям уж так. Хотя, может, и прям уж так. Смотри, как наяривает. Сейчас мы найдем тебе игрушку обязательно. Каспер мелкий, блин. Мне нужна паутина. Так, да и железы сойдут нам хилки. Лишними тоже совсем-совсем не будут. Монстермит этот я даже подбирать, наверное, не буду. Да, смотри, справляется. Справляется очень даже неплохо со всеми этими пауками. Хотя, блин, там еще подкрепа. Ну, можно помочь ей, конечно. Но паутину мы уже подформили. И нужно, наверное, помочь. Мяско заберем. Можно вообще люто ночные разборки устроить. Давайте агритесь. Ну или ты агрись на них. Ночь она самая сильная. Поэтому, я думаю, должна справиться. Если что, я тут помогу. Единственное, у нее хп, конечно, маловато осталось. Но с другой стороны, опять же, ночь. Посмотрите просто, как они ночью отлетели. Тут есть чудесная зелька, которая позволяет ее делать сильной. Такой же, как ночью и днем. Вот эту зельку хотелось бы сделать. Ну и зелька под хила, конечно, тоже лишней абсолютно не будет. А вот и первая игрушка. Забирай. Так, попасть не можешь. Скидыш, цветочек. Ну-ка, для зельки нам надо вообще в целом. Ну тут уже можно кое-какие зельки сделать. Но я хотел бы сделать зельку. Вот эту вот, да. Дает силу, в общем, как ночью. Три цветка на эту штуку надо. Опа. Где-то поблизости. Так, он вроде бы сюда метнулся. Хотя хз, фиг пойми, как он себя ведет. Вот сюда вроде сигнал послабже. Вот здесь опять посильней. Здесь вот прям сильный-сильный. Значит, где-то... где-то в округе. А вот, вот-вот проявилось. Сразу две, да? Подбирай. Так, цветок. И вот этот подбирай. Подбирать бум. А, это еще не все, ты еще хочешь? И кажись, последняя игрушка. Давай, забирай. Сейчас сколько мы получим? Опа, еще 4. Ну, итого 7. Вроде бы на количество они особо никак не изменяли, да?
шанс выпадения, судя по всему. 7 цветочков получили, пару зелек мы сможем смандрячить. Ну, здесь жало, над жало, я думаю, не проблема. А в принципе, вот же пчелы. Давай жал с них поднимем. Давай, в ярость. Как бы без проблем. Без жала. Даже не одно. Давай, наверное, даже больше. Сразу вот это дело шатаем. Все, офигительно. Еще два жала. Но я думаю, пятюня жал нам пока что будет достаточно. Можем сейчас еще по болоту пробежаться. Ну, блин, я к енотокотам хочу. Поэтому, наверное, погнали со всех ног к енотокотам. А вот и енотокотик опять. Здрасте, здрасте. Верните хвост. Чем быстрее вы отдадите ваши хвосты, енотокоты, тем лучше для вас. Отлично. Два хвоста, еще два надо. Еще всего лишь-то два. Погнали, там напротив тоже был енотокотик. Я их, конечно, по хлебалу получаю активно. Ну и надо будет еще зельки поделать. Но это, наверное, когда на базу вернемся. Ай, бей ее, ладно. Да ты еще и... Блин, ладно. Опа, остался буквально один хвост. Теперь интрижная интрига. Выпадет ли с последнего енотокота необходимый нам хвост? Я могу даже один раз ударить. Опа. Все, я как мог помог. Пожалуйста, хвост. Ну, серьезно. Ну, так сложно было хвост дать, да, игра? Ну, я тебя запомнил, игра. Совсем забыл про каску, поэтому погнали домой. Надо еды приготовить, надо лишнее скинуть. Единственное, хвостик еще осталось выбить. Но это, думаю, не проблема. Но мне в целом надо зимнюю шапку организовать. Хотя из хвостов я могу, конечно, шапку и енотокота. Но она, блин, бесполезная. Поэтому, наверное, пойдем к бифалу. Здесь я немножечко леса высадил. Но пока что немножечко. Тут еще надо еще в целом громотвод, конечно, поставить. Трава у нас есть. Внутренними всякими посадками и прочим я, конечно, еще не занимался. Потому что один я как бы всем на свете сразу заняться не успеваю. Плюс пару сундучков, конечно, поставил. Ну и здесь, наверное, гниль подоспела, да? Да, конечно же, туда без гнили. Из еды я пока по-прежнему пока что буду питаться тефтельками. Ничего особо сложнее приготовить не могу. Ну и нужны какие-нибудь хилки. Жужик производит слизь, что замечательно. Ну а на этом пока что. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.